Пенсионер Виктор Константинович рассказывает, в жизни ему ничего не давалось легко. Проработал сварщиком более 50 лет, поэтому тому, что выиграл квартиру, сначала не поверил. Был уверен, ему звонят телефонные мошенники. И только переступив порог, понял, что все услышанное – правда. Вот это я сразу почувствовал. Сразу у меня кровь по-другому стала работать. Ну, сразу. Вот я как только зашел, думаю, ну, это точно все. А так до этого я сомневался. Теперь Виктор Константинович будет проживать в квартире-студии в 31 квадратный метр в новом микрорайоне. Здесь уже есть продуктовый магазин, совсем скоро в доме напротив появится еще один, а за домом построят детский сад. Неподалеку находится лес, в котором заядлый грибник рассчитывает собирать свои любимые опята и маслята. Вот я несказанно рада. Я рада еще за то, что пожилой человек, во-первых, он очень сохранный, слышит, видит, и он понимает, что вакцинация – это на самом деле жизнь. Он заставил всех своих родственников, знакомых. Вы слышали, как сказала Настя? Он всех нас заставил. Он контролировал, чтобы второй компонент прививки был сделан. Побольше бы таких. 8 декабря в Самарской области пройдет второй розыгрыш викторины «Вакцинация – это жизнь». Квартиру в Самаре, автомобили, 1000 подарочных карт номиналом по 4000 рублей могут получить зарегистрированные и проживающие на территории региона граждане Российской Федерации, которые прошли вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 6 декабря 2021. Для участия в викторине нужно зарегистрироваться на сайте «Карта жителя Самарской области». Те, кто вакцинировался с 15 ноября, попадают в списки автоматически. Виктория Шарая, «События».